Привет, ребята, пятый, или же сегодня у нас зарубежные песни, поэтому Hi everyone, my name is Daria, it's my ukulele, и сейчас будет укулеле-туториал, поэтому разбор на укулеле. Не так давно я выкладывала отдельным кавером фингерстайл-версию песни My Girl. В общем, кто не смотрел, обязательно посмотрите, датчик старалась. И я его спросила, нужен ли вам туториал, как я это сыграла, и туториал вообще самой песни, как ее петь и играть. Сегодня у нас будет две версии разбора. Фингерстайл-версия из того кавера и обычная версия, аккорды и пение. Поэтому чекай по тайм-коду, если тебя интересует какая-то конкретная версия, чекай и учись. И я уже чувствую, как после этого разбора тебе захочется купить себе свой первый, а может быть просто новый инструмент, а вдобавок к нему различные аксессуары, тогда у меня для тебя есть скидочные промокоды, с которыми покупки будут еще выгоднее. Кирпич 21 действует в магазинах Динатон и Укулеле Центр, а промокод Даша Кирпич действует в магазине Skiff Music. А еще ребята из Skiff Music каждый месяц разыгрывают настоящую гитару, поэтому одной покупкой ты можешь убить двух зайцев сразу. Если что, эти промокоды работают как в интернет, так и в офлайн-магазине. А вся подробная информация и правила участия в конкурсах по ссылке в описании. Ну а сейчас, бери укулеле в руки и погнали учиться! Разбор на укулеле! А сейчас разберем вариант, когда мы просто поем и играем аккорды. В этой песне всего у нас два основных аккорда, и третий я добавила самостоятельно. Первый аккорд CMH7. Нажимаем первую струну на втором ладу. Звук такой прям... интересный, легкий, изящный. И второй аккорд, аккорд G. Сжимаем третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Вот CMH7 и G. В какие-то места мы добавим аккорд C. В оригинале его вроде бы не играют, но я добавила его от себя, потому что это мой разбор, делаю, что хочу. CMH7, G и просто C. В самой песне, по сути, играется обычная шестерка. По-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Это мы играем с вами два раза на один аккорд. Причем, чтобы у нас не было это все единой каши и всегда с одним аккордом, в какие-то места мы будем делать просто удар вниз на один аккорд. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Я это все подписала. Ну а теперь соберем первый куплет. Smoking cigarettes on the roof. You look so pretty and I love this you. Пошел припев. Припев вы можете играть просто эти аккорды. My girl, my girl, my girl. You will be my girl, my girl, my girl, my girl. А можете сделать разнообразие. Мы просто включаем первую струну на третьем ладу. Это очень прикольно звучит, когда вы это включаете и выключаете. Получается... При этом аккорд CMH7 не убираем, просто добавляем к нему. Еще раз смотрите. И также прикольную штуку можно сделать на слова You will be my. Там мы играем первую струну на седьмом ладу, на пятом, на втором, на третьем и пошел CMH7. Получается, мы играем одновременно и поем эту нотку. You will be my. И потом пошел girl. Ля-ля-ля, girl, girl, girl. Как это будет выглядеть? My girl, my girl, my girl. You will be my girl, my girl, my girl, my girl. Вот, и так у нас на протяжении всего припева, там типа You will be my world, my world, my world, my world. You will be my girl. Очень прикольно, интересно звучит. Не поленитесь, сделайте. Дальше у нас пойдет с вами второй куплет. В втором куплете также сохраняем эту же самую шестерку, ну или либо другой бой, которого вы выбрали. Пожалуйста, все подойдет. И также на какие-то моменты мы играем просто удар вниз. Smoking cigarettes on the roof. You look so pretty and I love this you.
don't look and looking down, we are going what way? At least till I know I'm here to stay. We're still in love in October, that's why. But above, looking at the stars, admiring from afar. И далее там идет у нас с вами переход, такой интересненький, просто играем один удар вниз на каждый аккорд. My girl, my girl, my girl. И пошел припев. My girl, my girl, my girl. You will be my girl, my girl, my girl, my girl. You will be my world, my world, my world, my world. You will be my girl. Теперь давайте от начала до конца соберем, что у вас должно получиться. Smoking cigarettes on the roof. You look so pretty and I love this you. We're fell in love in October, that's why. I love her looking down the star, admiring from my dark. My girl, my girl, my girl. You will be my girl, my girl, my girl, my girl. You will be my girl, my girl, my girl, my girl. You will be my girl. Smoking cigarettes on the roof. You look so pretty and I love this you. Don't bother looking down, we are going quite away. At least in time, though I'm here to stay. We're feeling love in October, that's why. Out of fog, looking at the stars, admiring from afar. My girl, my girl, my girl, my girl, my girl, my girl. You will be my girl, my girl, my girl, my girl. You will be my world, my world, my world, my world. You will be my girl. На укулеле. И для того, чтобы сыграть хороший вариант фингерстайл-версии, которую я показывала в кавере, вам нужно сделать следующее. Во-первых, уметь играть под табом. Если вы не знаете, что это такое, то на канале есть целый видос, обязательно посмотрите. И второе, уметь играть различные приемы. Про приемы также есть видос. Посмотрите и возвращайтесь сюда. Но вам не обязательно играть так же, как играю я, поэтому можете не играть какие-то приемы. Все очень просто. Так, погнали в медленном темпе, будем разбирать по кусочкам. Первый кусочек звучит так. Так, давайте чуть медленнее. Смотрите, я вставлю первый аккорд CMH7. Очень мягко его играю. Далее играю на первой струне пятый лад, опять второй, пять второй. И далее опять пятый лад и делаю слайд к седьмому. То есть такое хорошее скользящее движение. Далее играю опять второй лад и пятый. И далее достраиваю интересный аккорд G, точнее его вариацию. Вот такой вот крокозябр. То есть у меня указательный пальчик на третьей струне на втором ладу, средний пальчик на второй струне на третьем ладу и мизинчиком или безымянным, но лучше мизинчиком, зажимаю первую струну на пятом ладу. И играю этот аккорд два раза боем шестеркой. Давайте соберем, что получается.
чуть медленнее еще раз. И этот кусочек мы играем с вами два раза подряд. Единственное, когда вы будете играть за вторым разом, мы не доигрываем за этот бой шестерка, когда мы играем два раза подряд. И у нас там идет следующий кусочек, то есть как бы за тактом. Ну а следующий кусочек звучит так. Делаем. Тут чаще всего играется прием хамерон, это когда мы ударяем как будто молоточком по следующей струне, то есть мы звук извлекаем левой рукой, не играем вот так вот, а мы играем. Одну нотку мы сыграли правой рукой, извлекли, а далее вторую нотку при помощи левой руки. Поподробнее про прием говорила в отдельном видео. Мы тут играем, опять же, на первой струне, в целом вся мелодия идет у нас на первой струне, серьезно, то есть. И опять сам H7. Еще раз. Аккорд G пошел. Потом мизинчиком дотягиваемся до пятого лада. И играем второй лад. То есть that's why. Давайте еще раз соберем. Дальше опять аналогично такой же пошел. Давайте еще раз медленно. Этот кусок песни довольно-таки интересный по приемам, поэтому отдельно, в медленном темпе, это все проработайте, чтобы у вас получилось так. Ну, что-то такое. Разбор на укулеле. Далее у нас с вами идет припев, и тут, по сути, играется все боем, и только иногда идет мелодия на первой струне. Поэтому для удобства, говорю, вот этот CMH7, мы тут его обыгрываем, первую струну на втором ладу, и аккорд G. Причем у G будет две вариации. Первую, которую вы знаете, это мы зажимаем первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. И еще будет вариация, которую мы уже с вами играли, это вот это вот. Это как бы тоже считается G, только одну нотку мы повысили. Вот эту поменяли на вот эту. Будьте внимательны, если что, ставьте на паузу и в медленном темпе играйте. В самом начале у нас с вами идет CMH7. Мы его играем боем шестеркой два раза. И причем, заметьте, тут написано, что мы играем то CMH7, то просто аккорд C. Бам-бам, чередуем. Получается. И дальше идет аккорд G, тоже боем шестеркой. Давайте медленно. Далее пошла мелодия на первой струне, на седьмом, пятом, втором, третьем, втором. Это будут слова You will be my girl. Далее опять пошел один раз боем шестерка аккорд CMH7 и C. Сыграли пятый лад и второй. Кому кажется, что я сложно объясняю, вы можете просто ориентироваться по табам. И далее играем один раз боем шестеркой аккорд G, вот такой вот вариант. И далее опять у нас пошла мелодия на первой струне.
Вот когда вы под конец опять будете играть эту мелодию на первой струне, концовка там немного меняется. Мы играем 7, 5, 2, открытая первая струна и открытая четвертая струна. И далее играем два раза боем шестерка аккорд G, не полный. Мы играем его без первой струны. То есть она открыта, играем вот. Единственное, можете, конечно, сыграть аккордом G. Ну, тоже, в принципе, звучит. Но можете играть, как написано в табах, не задевая первую струну. То есть мы ее игнорируем и играем вот только по верхним трем. Если тебе понравился данный выпуск, то обязательно поставь ему лайк. Напиши в комментариях, как тебе такой интересный преображенный формат. Я обязательно все прочекаю. Также пиши, что в следующий раз разобрать. И, конечно же, я хочу поблагодарить всех тех ребят, которые поддерживают меня финансово на Boosty. Вот они все. Взамен они получают мое почтение. Плюшки, фишки и раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Татарские мотивы.